это же не война, это спецоперация, спецоперации в Литве. Ага, не война, все разбомбили нахуй. Все поломали, все. Детей поубивали, взрослых поубивали, это не война. А что такое тогда? Ну, у нас спецоперация. Ну, у вас спецоперация, а людей сколько погибло? Ну, люди погибли сколько, солдатов сколько погибли, это спецоперация, нифига себе. Все разбомбили вы там. Здесь на базе наш опорник чистилище называют. Чистильщик называет? Чистильщик. О, бедаться. А почему так называют? Потому что самое очко у нас. Что самое? Самое очко у нас. Как понять? Объясни эту очко слово. Наш опорник находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить. Ну, у нас просто что у нас? Не воевать нечем, ничего у нас. Ни техники, вообще ни чужого нету. Куда же она делась? Все разбомбили, что ли, вас? Да. Мы здесь вон приехали в Херсон на базу. Здесь вообще жопа. Кладбище вертолетов. Своих? Ну да, у нас же как все в армии, все по линейке, все ровненько. Вертолеты выстрелили в один ряд, и все накрыло нахрен градами.